Всем привет! Хочу поделиться сегодня с вами, с моими подписчиками, зрителями канала, как говорится, той части России, в котором нету снега. В общем, хочу поделиться с вами снега. Маленько почистим сегодня снег на нашем самодельном тракторе. Вот это все, вот, покажи, подвиги. Это за ночь навалило. И надо нам сегодня вот эту площадку почистить. Там вот мы уже немножко очистили. В общем, показать вам немножко хоть. А то многие мне пишут, что соскучились по снегу. Так что делится Сибирь с вами снегом. Ну ладно, давайте смотреть дальше. Thank you.
вперед.
самое сухое место, там песок, поэтому туда хорошо что-то засеять. Здесь всегда очень сухая земля. Вот.
территорию мы очистили. Вот столько у нас снега. Ну, сейчас мы еще кое-что сделаем. Ну, а для вас это будет небольшой спойлерок на следующее видео. Ну все, закончили мы чистку снега, затолкали мерседесик, скоро им займемся. Но я надеюсь, если вам нужно будет, это понравилось это видео, если вам нужен снег, конечно, приехали бы со своим самосвальчиком, мы бы поделились. Комментируйте, оценивайте. Ну и всем спасибо за внимание и до свидания.